Давида Самойлова. Называется она «Дуэт для скрипки и альта». Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение в день шальной. И глядел веселым оком на людей. Композитор Моцарт, Вольфганг, Амадей. Композитор Моцарт, Вольфганг, Амадей. Вкруг него было листья флипы, легкий звон. Тра-та-та-та, тили-тили, думал он. Но компания, напитки, суета. Но зато дуэт для скрипки и альта. Но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма, сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт, Вольфганг, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед, и на целую неделю черный лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота. Но зато дуэт для скрипки и альта, но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть расплачиваться надо на миру за веселье и отраду на перу, за вино и за ошибки дочиста. Зато дуэт для скрипки и альта, но зато дуэт для скрипки и альта.